сюрприз, быстрый экскурс, потому что идет дождь. Зашел в местный магаз, купил себе два унипейнта, новый цвет для себя, бронза. Посмотрим, понравится ли он мне больше, чем золото. Расскажу в конце. Вот. И вот такую вот хуйнюшку, что-то типа роллер-бола, но от Montana, называется Ball Tip. Взял все 6 мм, около 300 рублей стоило. Также было еще 2 мм, где-то 180 рублей. Вот, надеюсь, не будет течь, как у них помпа. Также столкнулся с проблемой то, что крышка очень хуево сидела. То есть вроде сидит нормально, повернешь, уже спадает. Заколхозил, замотал за ленты клея. Сидит уже более-менее. Чем похож на Metalhead, потому что когда ты рисуешь, нажимается шарик, и так чернила выливаются. Посмотрим, понравится мне или нет, многим не нравится. Схожу свои имхо в конце, солью 214-ю, также посмотрю, как она с ней дружит. Все. Бегать будете? Парни, обзорчик. Ну, бля. Привет. Пацаны, что-то не дружит 214, точнее. Ладно. А где? Что-то хуёво, да? Не вставляет. Так давно не тыгнуло нихуя. Нихуя. Все равно плывут, короче. Надо что-то погуще заливать. Наверное, ПФ-ку самодельную. Это, знаешь, мед нахуй с молоком мешаешь. Намного лучше вязать ПФ-ку, чуваки. О, покрытие хуёвое. Ребристое дерево. Мне пока что эта штука очень нравится. Если что, я буду оставлять как хорошие, так и как плохие, чтобы вообще поняли, как она пишет. На стенке будут потеки прикольные. Твой старый тэп. Угу. Можно перекрыть? Какая же хуйня этот вошла? Рулер был. Перекрыть можно? Да. Ой, кресло кончается. Чуваки.
стоит. Труба, народ. Пойду помолюсь, чтобы болтик не отек. Чуваки, опять кресло закончилось. Как всегда. Быстро кончается краска. Вот поэтому советую брать с собой. Блять, что-то это бронза, чуваки, мне вообще не нравится. Ну вот, будто водой пишешь, типа, растыкиваешь. Короче, какая-то вода ёбаная, хуй знает, чуваки, что делать. Да. Итак, короче, сейчас скажу по этой штуке. Она мне зашла, пишет на любых поверхностях. Это очень круто. А на стенах тоже пишет, но только когда полностью заправлено. Когда мало красла, хуй вам. Вот. Насчет моего колхоза, он слетел. И теперь крышка держится из-за засохшей краски. Чуть-чуть потек сумки, но это вообще незначительно. Короче, ставлю лайк. Насчет уника, что-то он не распробовался у меня. То ли я его хуёво растыкал, то ли что. Короче, кто шарит, кто покупал, напишет в комментариях. Всем пиздец.